Здравствуйте, уважаемые зрители канала Вейкар. Сегодня у нас с вами довольно популярный автомобиль. Это Volkswagen Tiguan. Этот автомобиль 2013 года. Сюда мы установили магнитолу 9-дюймовую, Android 10, 4 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенные. Довольно интересная модификация. У нас такие есть. Поэтому она стоит дешевле, чем 4.64, а по характеристикам ничем не уступает. То есть здесь 78-62 процессор. Рамочка, обратите внимание, черненькая. Вернее, серенькая, да? Даже, наверное, черненькая все-таки. Сюда прекрасно встает. Вообще без каких-либо проблем. Если вы у нас будете заказывать магнитолу, знаете, что мы отправляем всегда два варианта рамки. Бывают еще серебристые, а другие года там отличается кнопка аварийки. Поэтому у нас в комплектах всегда идут две рамки, что точно по все попадает. Магнитолка у нас, как я уже говорил, 9-дюймовая. Обратите внимание, мы уже не раз ее показывали. В общем, прекрасно себя чувствует. Моментально все отрабатывает. Без каких-либо лагов, без каких-то проблем. Отключим сейчас ассистент. Вот эту вот кнопочку, чтобы не болталось. В данной модификации довольно интересная комплектация машины, да, то есть здесь стоит штатная камера заднего вида с тех пор еще. Мы ее тоже также, конечно же, подключили. У нас отображаются и парктроники, вот мы подъехали к препятствию, и даже поворотная линия. Камера здесь интересная, то есть она РГБ, поэтому там дополнительный адаптер ставится. Если у вас есть камера заднего вида на данных автомобилях, то здесь, в этих годах выпуска, здесь нужен дополнительный адаптер, который также покупается отдельно. К сожалению, увы, вам повезло, у вас такая вот интересная модификация. Понятно, что здесь климат-контроль. При необходимости его можно отключить, он также отображается здесь. То есть машина очень плотно сюда интегрируется. Конечно же, кнопки на руле. Они все управляются по цифре и прекрасно себя чувствуют. Все переключают. Где мы там зайдем в радио? Все необходимое на месте. Конечно же, здесь есть такие вот информация по автомобилю. Это многим важна информация, хотя там температуру там и так далее. То есть, какие двери открываются и так далее. Там открытие дверей показывает. То есть данная магнитола интегрируется в Volkswagen вообще вот максимально, как она должна быть, и совершенно адекватно работает. Понятно, что здесь предустановлена некий стандартный боекомплект наших приложений. У нас есть обязательно CarPlay, работает как с Android, так и с iPhone. Довольно расширенный эквалайзер позволяет настроить звук, в том числе задержки между парами динамиков, увеличение низких частот и фильтр низких частот в случае необходимости. То есть здесь, конечно же, навигатор, куда же без него, ютубчик, Play Market, пожалуйста, включили и поехали. Мы сейчас интернет назовем с Wi-Fi, но у нас также есть в магнитоле два слота под сим-карту, один встроенный в нее, второй выкидывается в бардачок, и это, в общем, максимально удобно. Здесь штатной USB нету, поэтому у нас в бардачке выведено два USB хвоста и хвост под сим-карту, чтобы можно было все оперативно поставить и пользоваться. Климат отображается. В общем, наверное, все. Мы про эти машины уже рассказывали, но решили повторить и напомнить, скажем так, что у нас есть такие даже модели, которые прекрасно интегрируются в Volkswagen. И к тому же, в случае заказа у нас, мы укладем весь комплект. То есть, возможно, то есть две варианта рамки, чтобы уж точно вам всегда все подошло. Все, всем спасибо, ребята, и до новых встреч.